Дорогие друзья, зрители канала, очередной клиент нашего гаража. Рассказываем, что случилось. Перегорело реле поворотов. Товарищ купил новую, поставил, не успел ничего сделать, опять перегорело. Поворотники не горят, реле перегорает. Пригнал нам на ремонт. Недолго думая, поняли, что где-то коротыш, то есть короткое замыкание, соответственно, так я выразился. И нашли причину. Причина была вот в этих патрончиках. Вот какие стояли патрончики, а вот какой должен быть. Обратите внимание, да, здесь должна быть изоляция. Плюсовой провод от минусового должен быть изолирован. Здесь же было вот так. То есть изоляция отвалилась. Вот так вот осталось. То есть она еще добавок провалилась туда. И что у нас произошло? КЗ. Кстати, здесь было на обоих патронах. То есть оба патрона мы поменяли. Все, заработало. Ну, продемонстрируем. Все, теперь работает. Здесь мы еще лампочку не поставили. Сейчас найдем лампочку, поставим и будем отдавать. Сейчас полчаса делов, час и все сделали. Для тех, кто не знает, реле поворотов выглядит вот так. Расположена она либо вот здесь, под этим пластмассом, либо под этим пластмассом, где-то в этом районе. Еще обратите внимание, когда будете подключать, чтобы цвета совпадали в фишках. Если не совпадет, реле может выйти из строя. Как, если что не совпадает, поменять местами, мы в видео по реле показывали. Кому интересно, надо будет информации, посмотрите. Не будем переснимать. В общем, все. Что хотел сказать. Всем до скорых встреч. До свидания.